Национализированные объекты, принадлежавшие украинскому олигарху Игорю Коломойскому, скоро будут проданы. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, переговоры уже ведутся, процедуры скоро завершатся. Известно, что в некоторых гостиницах номера были выкуплены в частную собственность еще до национализации. Если это было сделано по закону, то владельцы могут быть спокойны. Граждане России, даже граждане Украины, которые были добросовестными покупателями, и это будет доказано, никоим образом не пострадают. Эти квартиры, имущество их национализировано не будет, будут выведены из списка.